Сегодня начинается мой космический путь, и не окончится он до выпуска из школы. Я буду служить знаниям и технологиям, нести свет в этот мир и делать его интереснее. Понимаете, космический класс — это место, где можно как бы прикоснуться к звездам в метафорическом плане, конечно. Я очень люблю звезды, космос и сам являюсь частичкой космоса. У нас замечательный класс. Мы инженеры, но при этом космонавты. Космос — это интересно. И возможность попробовать что-то новое в космическом классе для себя я нашла, поэтому я здесь. У нас появилась идея сделать такое мероприятие, где они могут познакомиться друг с другом, чтобы они прочувствовали атмосферу космоса, прониклись ею, чтобы они познакомились с нами, музейными работниками, и чтобы это был настоящий праздник. И такой праздник удался. Сегодня вы стали учениками космических классов. Это поможет вам, если вы, конечно, захотите, выбрать самую интересную и красивую профессию в мире. Это профессия летчика-космонавта. Независимо от того, кем вы хотите стать, я хочу пожелать вам удачи. Сегодняшнее мероприятие мне очень понравилось. Мне интересно изучение спутников, изучение ракет. Мне очень понравились квесты сегодняшние. Надеюсь, что продолжение будет. И оно будет еще интереснее.